Тайник с боеприпасами нашли правоохранители в Ужгороде. Об этом на своей официальной странице сообщает закарпатский губернатор. По данным Геннадия Москаля, гранатометы и гранаты должны были использовать во время вооруженных провокаций в его области. Обо всем подробнее расскажет Марина Коваль. Два гранатомета и 25 противопехотных гранат нашли на окраине Ужгорода в районе Радванка. Прятали боеприпасы в земле, тщательно закопав, кто это сделал и для чего мог быть использован найденный арсенал. Правоохранители пока не уточняют. Наразі встановлюються особи, причетні до вчинення даного злочину, а також те, звідки, яким шляхом ці боєприпаси потрапили на територію області. А вот на официальном сайте Геннадия Москаля появилась информация, что эти боеприпасы хотели использовать для организации вооруженных провокаций в области. Губернатор говорит о российском следе. Вы знаете, не дивлячись на то, что все их провокации потерпели неудачу, я имею в виду 5-го разведуправления ФСБ, все раскрыто, что было сделано за их кошти. І наймані ті люди, і арештовані. Я знаю цю контору, вони так звідси не підуть. Це недавно закладений тайник. И чи він один? Ситуацию в Закарпатье внешние силы пытаются дестабилизировать с начала года. Зимой были две попытки поджога офиса венгерской общины в Ужгороде. В первом случае горючее вещество в здание бросили граждане Польши, члены радикальной группы «Фаланга», которая тесно сотрудничает с Россией. В организации следующего поджога того же офиса подозревают жителя Приднестровья. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал «Интер. Ужгород».